Молоко Плюс — это контркультурный альманах о насилии. Мы начали краудфандинг на него в 2015 году. В 2015 года вышло 3 номера, посвященные терроризму, наркотикам и революции. Блин, вы совсем уже темные. Мы занимаемся тем, что распространяем информацию о тех событиях, явлениях, о которых обычно не принято писать в российских медиа или принято писать под определенным углом. В принципе, мы видим себя как эдакие борцы с цензурой, борцы с косностью, с какой-то однобокостью. Нам, в принципе, довольно скучно жить в этой реальности, и если вот в мире мы рискуем умереть от скуки, то мы хотя бы умрем от скуки, делая свое медиа. Мы принципиально делаем печатный продукт, мы не публикуем в интернете ничего, потому что люди и так перестали читать, а если они еще будут читать нас в интернете, значит, они вообще ни черта не запомнят. А так человек получит какую-то книжечку, он поймет вообще, за что он платит деньги. И, собственно, продажа альманахов, продажа мерча, продажа... продажа альманахов, продажа мерча, немножко продажа лиц обеспечивает нам... Ну, возможно, по крайней мере, заниматься проектом, да. Деньги приходится все еще искать где-то в другом месте. Но, по крайней мере, мы будем считать, что у нас очень дорогое самоокупаемое хобби. Это как... И мессианская, конечно, какая-то... Это как заниматься яхтингом, только с... без яхты. Мы должны были рассказывать вам о том, как сделать свое маленькое медиа, как на него собрать деньги, как организовать работу этого малого медиа на горизонтальных принципах, и зачем вообще этим заниматься, и что это может принести вам, что вы можете принести в мир с помощью своих малых медиа. Вот. Поэтому, пожалуй, начну рассказывать я. Собрали мы деньги на наш малый медиа с помощью краудфандинга. Это оказалось довольно просто. Наверное, дело в том, что краудфандинг начинал я, и меня знали мои коллеги-журналисты, которые считали, что не могут меня поддержать идейно, взять мне интервью, разместить все в соцсетях мои посты, поручиться за меня. И, если честно, когда вы собираетесь заниматься краудфандингом, вам нужно понять очень важную вещь. Вам нужно знать, какой у вас будет бюджет. Я не знал, не делайте так никогда. 100 тысяч рублей – это сумма, которую я взял с потолка. Ее хватило. А могло не хватить. Поэтому это стоит обдумать 1000 раз. Не бойтесь завышать ваши требования. Если вам нужны деньги, значит, вы их точно потратите. Мне кажется, что очень важная вещь, которую люди забывают, когда просят деньги в интернете, что на самом деле не очень важно, на что вы просите деньги в интернете, а важно, кто вы такой. Если у вас есть что-то типа репутации, хотя в России не существует репутации, но если у вас есть что-то типа репутации, если вас любят или ненавидят, да. Если люди знают, где вы живете, чем занимаетесь, чем дышите, сколько зарабатываете или не зарабатываете, то, скорее всего, вам дадут деньги. Надо просто начать. А могут не дать. Но, скорее всего, дадут. Знаете, пока еще, по крайней мере, за неудачную краудфандинговую компанию никого еще не убивали. Вот. Благо, все площадки в случае неудачного сбора возвращают деньги дарителям. Вот. И вы просто повторяете это через некоторое время. Когда меня спросили, почему я не использую площадку для того, чтобы собрать деньги, комментарий к моему посту в Фейсбуке пришел Евгений Алехин и сказал, что это конская просить деньги вернуть у планеты, потому что для этого надо писать заявление, приходить туда ногами и что-то еще делать. Поэтому я не знаю. Я собирал на свои счета. Вообще, это означает, что вы понижаете к себе доверие, потому что вы не проходите аудит какой-то внешней силой, внешней сущности, но в моем случае получилось так, что деньги дали. А теперь было 100 тысяч. Да, теперь Яна расскажет, как организовать работу горизонтального коллектива. Для начала нужно ответить на один важный вопрос. А нужно ли оно вам вообще? Вот, потому что, по крайней мере, на моем опыте работы в различных коллективах, связанных с журналистикой и не связанных, даже коллективы с строгой иерархией власти, с четкой такой вертикальной линией, не всегда работают.
Вот, поэтому подумайте о том, нужно ли вам это какие-то детали, хотите ли вы с ней возиться. Если же вы хотите сделать все в дебютальных началах, то сначала вам нужно понять, то, что кристальный коллектив – это когда каждый может взять на себя любую ответственность, но он должен понимать, что если ты что-то взялся, то ты это делаешь. Потому что никто за тебя другой это, очевидно, не сделает. Вот. Если на практике, то для того, чтобы сделать маленькое медиа, ну, например, нашего коллектива, для начала потребовалось всего лишь 3 человека. Отвечали даже один. Вот, например, Паша. Вот. Сейчас нас примерно 30 человек, 9, кажется, так. У нас около того, да. У нас периодически меняется состав коллектива, потому что есть люди, которые с нами всегда, есть люди, которые нам помогают эпизодически, иногда они хотят фулл-тайм возиться с нами, иногда они не хотят. Ну, в общем, малые медиа, они малые в том числе и потому, что обычно занимается малый группа человек. Вот. И вас очень легко организовать. Что нужно понимать, что если вы покупаете горизонтальный коллектив, то непосредственно написанием текста будет заниматься в меньшей степени. Да, потому что у вас не будет слаженного, большого, какого-то автоматизированного аппарата, который будет за вас решать административный вопрос, как это бывает в больших редакциях. Не будет разбираться с деньгами, как это делают бухгалтеры и счетовики в других редакциях. Вот, все это будет делать вы сами. И будет делать это постоянно, примерно, ну, наверное, 80% от рабочего года будет заниматься всем этим. На нашем примере, если взять и скомкать всю работу над номером по человеку-часы, то получится, наверное, ну, где-то 3 месяца плотной работы. Но обычно они у нас стягиваются на полгода. Все остальное время мы ищем, где продавать альманахи, относим их туда, где мы их продаем, разбираемся с деньгами, разбираемся с магазинами. Стикеры, печатаем мерч, постоянно занимаемся уборкой, администрированием. Ищем помещения, где мы могли собираться. Вот недавно мы наконец-то разобрались с этим и смогли найти себе редакцию, но существование редакции уже приносит еще какие-то задачи, которые тоже нужно выполнять. За этой редакцией нужно следить, ее нужно оплачивать, эти деньги нужно искать постоянно. То есть это значит, что вы печатаете еще новый мерч, продаете новые монахи, ищете какие-то другие способы, как найти деньги. Вот, и деньги — это вообще такой краеугольный камень вашего существования. Можно долго биться за идеи, но, к сожалению, в СНГ вы вряд ли выживете без какого-то постоянного источника дохода. Очень важно понимать, что любая идея влечет за собой какое-то определенное количество действий. Поэтому, наверное, самый вредный человек в коллективе – это тот человек, который обладает большим количеством идей, большой мотивацией что-то придумывать, но абсолютно минимальной мотивацией все реализовывать. Вот не очень любимого мною, при этом довольно известного российского дизайнера Артемия Лебедева, есть глава в его книге «Ководство», которая называется «Идея на миллион». И он говорит, что любую идею на миллион надо рассматривать как идею на минус миллион. Любая идея требует вложений, и малый медиа — это не исключение. А учитывая, что малых медиа сейчас еще нет бюджета, то вложение – это время. В целом, мне кажется, что самое важное в малых медиа – это майндсет. Когда человек говорит, что в свободное время он занимается проектом, он рассматривает проект как хобби. И ему не надо, конечно, думать об этом. Если вы хотите в свободное время лежать на диване, это ваше право, это классно. Многие так сильно устают, что действительно не могут ничем другим заниматься. Но если это так, вам не надо заниматься малым медиа. Малый медиа не предусматривает, что у вас есть свободное время. Малый медиа предусматривает, что вы хотите этим заниматься, что это приносит вам удовольствие. Что вы отдыхаете не потому, что вы устали на работе, отдыхаете для того, чтобы набраться сил, чтобы делать работу снова. Вот что это предполагает. Это абсолютно другое сознание.
каком-то смысле малые медиа в 21 веке это как всяческие революционные газеты начала 20 века. То есть скорее не то, что нужно читателям, а то, что нужно определенному кругу людей для того, чтобы сорганизовать работу. Вот. Газета – главный организатор, то же самое и с малыми медиа, несерьезно меняет ваш флоу, поток жизни. Это он сейчас Ленин процитировал. Потому что вы совершенно по-иному относитесь вообще к любым вопросам, поэтому даже вне вот, не знаю, вашего журнала, альманаха, зина, веб-зина и так далее. В целом, как бы горизонтальную статью предлагает, что вы становитесь более ответственным. Газета создает ваше мистическое тело, да, как говорил Алексей Цветков. Которое вынесено за пределы вот вашего физического тела, которое на самом деле никому черту не нужно. Вот. Создавая что-то вроде малого медиа, вы создаете смысл. Дополнительный смысл и какой-то более-менее эзотерический смысл. Ворочаете нарративами. А это прикольно. А это прикольно, потому что если вы можете взять себя в руки, сделать журнал и каким-то образом навести человека на мысль, то вы уже считаете такие маленькие демиурги, которые что-то ворочают, там за ними. Бабки, как собрать, это было юридические, экономические проблемы. Юридические проблемы. Учитывая то, что я как-то провел пару дней под арестом, нас постоянно задерживают и иногда даже раздевают. Собственно, эта лекция должна была быть прочитана вживую. Сейчас мы читаем перед камерой в Москве. Мы справляемся с юридическими проблемами. Никак. Увы, вы как листик в потоке вот этой вот юридической машины, пенитенциарной системы иногда. Самое лучшее, что вы можете сделать для этого, просто прорабатывать свой кризисный менеджмент, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти завтра вообще. И все. Вот это вот страховое прогнозирование — это большая такая обманка эпохи позднего капитализма. Поэтому если вы можете сформировать какой-то корпус решений, что будет, если завтра задержат редактора вашего малого медиа, что будет, если нам захотят продавать где-то наш мерч или наши, не знаю, там, технические издания вашей книжкой или чего-то прочего, то вы удержите главу. Если вы не сможете принести менеджер, то, скорее всего, это просто погаснет при первом задержании, первом судебном иске и прочем. Надо моделировать угрозы. Да. Как, в принципе, когда началась глобализация, люди задумались о том, что нужно моделировать большие катастрофы и назвали их глобальными вызовами. Так и сейчас, когда общество довольно разрозненное из-за общей вот этой государственной иерархии, нужно моделировать, что будет вот с вашим этим маленьким мирком, этой вашей маленькой, я не побоюсь сказать, даже секте, потому что когда вы делаете... Банды, гэнгом, крю. Вот. Потому что когда вы делаете что-то вместе, вы не только сплачиваетесь друг с другом, но и достаточно сильно изолируетесь от окружающего мира. Главное вовремя вспомнить о том, почему вы изолированы и что может ударить извне, когда вы уже об этом извне не думаете. Реальная жизнь отстой. Вот. Ну, типа на нашем примере, если вспоминать, мы не могли предположить, что, например, на презентации в Краснодаре на Пашу Сапико могут напасть. Хотя у нас, возможно, была такая мысль, потому что в России очень любят нападать на журналистов, вспомним, не знаю, того же самого Олега Кашина, вот, но я думаю, что это не про тебя. И так получилось. Мы, кажется, на почве вот этого нападения очень сильно проиграли по деньгах, очень сильно проиграли в моральном духе, но при этом выиграли в эмпирике. Мы знаем, как с этим разбираться, мы знаем, что делать в этих экстренных ситуациях. Убегать! Да! Мы купили баллончик, например. Ну, теперь ты знаешь, теперь будущие нападающие будут знать, что у нас баллончики. Надо это вырезать будет. Да. Вот. Что еще на нашем примере? На нас как-то написал заявление покойник. Вот сейчас мы все еще с этим пытаемся разобраться как-то. Не можем докопаться до истины. И докопаться до покойника мы тоже, к сожалению, не можем. Вот. Но мы глубоко зарылись в эту тему. Да. Ну, в общем, да, у нас тоже есть скелеты вот в шкафу. Вот. И у меня закончились сапоги, к сожалению. То есть вот все эти юридические проблемы в странах, где гражданское право
уголовное право, административное право не очень хорошо работают. Они могут похоронить ваши small-media. Да. Поэтому, мне кажется, нужно все-таки прийти к этическим вопросам, потому что вот они даже иногда эффективнее гробят работу small-media, потому что очень часто люди путают этику, мораль. И вообще многие не понимают, что такое думаю, журналистика, этика, если будете заниматься этим журналистским проектом. Вот. Я не понимаю. Это, если честно. Я не очень понимаю, что мы конкретно здесь должны сказать. Но, наверное, для всех, кто ушел из нашего коллектива, мы неэтичный и аморальный коллектив. Для всех, кто остался в нашем коллективе, мы все еще хороший коллектив. Это если о коммуникации. Мы стараемся не конфликтовать в открытую с контрагентами. Особенно с теми, кто должны нам денег, ребята, я надеюсь, вы посмотрите это видео тоже. Все еще с вами не ссоримся. Привет, хорошо? Привет, привет. Вот, но в целом мы стараемся к нашим текстам применять журналистские стандарты. Базовый принцип не быть мудаком для своего респондента, не быть мудаком, если человек просил тебя не раскрывать его личность. И не глупить. Не глупи. Не делать подобных. Да, собственно, так как мы находимся все еще в вот таком гуманитарном поле, мы не ученые, у нас есть какое-то понятие морали, довольно размытое и непонятное, тем не менее мы можем предположить, что произойдет с тем или иным героем текста, если мы напишем так, если не напишем так. Привлекаем некий коллективный разум в лице нашего коллектива. Да, собственно, так как у нас, по крайней мере, наш коллектив довольно часто встречается, раз в две недели, то все поступающие моральные или этические дилеммы можем обсудить лично. И обычно, когда у вас, например, присылается даже 6 человек, кстати, какого-то творческого шторма, вы реально можете решить любую, даже самую сложную этическую дилемму. Хоть, не знаю, это дилемма Баганец. Вот. И принять парадокс какой-то... шахты. Или парадокс шахты, если вы либертарианский маленький коллектив. Вот. Да, мы скорее ассоциируем себя с анархизмом. Я анархист. Свои такие закончики по этому поводу. Вы можете строить коллектив на каких-то других принципах, на принципах, не знаю, там, положение частной собственности. Но у вас ничего не выйдет. Ну, вы. Вот, что у нас еще там было? Зачем делать малые медиа? Ну, это прикольно, что еще делать? Я не зарабатываю малыми медиа, для меня это скорее образ жизни, который мне позволяет не зависеть от работодателя. С одной стороны, я бы, конечно, справился, если бы у меня не было бы друзей, товарищей, родственников, партнеров и так далее. С другой стороны, меня бы не уважали те люди, которые мне помогают, если бы я не делал этого. Так что здесь какой-то взаимоподпитывающий процесс происходит. У нас никогда нет проблемы найти где-то место пожить. Нас всегда рады видеть в других городах, особенно мусорам. Мне кажется, в каком смысле мы получаем вот этот вот социальный капитал, символический капитал, вот что как это называется, вот это, ну, хотя что потрогать нельзя. Не хотелось бы, конечно, рассуждать в этих категориях, но вот люди придумали для этого очень термин социальный капитал, да. По крайней мере, человек, который смотрит на меня, или на Яна, или на остальных ребят в нашем коллективе, девчат в нашем коллективе, не думает о том, что мы какой-то хуйней заняты, думает, что ну да, вот ребята что-то делают полезное, чтобы помочь деньгами. Хотя иногда и думают, что у него страдает хуй, и это тоже будет на всех этапах вашей деятельности будут люди, которые... Чем вы принципиальнее, тем больше над вами смеются. Да, да, да. Очень просто. Вот. И, к сожалению, сейчас это вот такой вот танцпол. Малые медиа спасли меня от суицида. Как повторить, наверное. Малые медиа спасли меня от суицида. Ощущение, что вы не живете свою жизнь зря. Ха, камон, вы все живете свою жизнь зря. Я живу свою жизнь зря. Она бессмысленна, но...
Это помогает спасти всех экзистенциального кризиса. Да, и, возможно, в будущем навыки, которые вы получите при работе с малыми медиа, помогут вам сделать что-то еще крупное. Вообще, когда вы делаете малые медиа, вы наконец-то избавляетесь от, я уже говорил, вот политической разобщенности. Вы делаете какие-то свои пузыри информации, которых вы крутитесь, но при этом заполняете их сами. Мне кажется, очень важно обсудить какие-то организационные моменты, с которыми мы сталкиваемся, с которыми мы имеем дело. Это кажется, такие мелочи, на самом деле, если это не обговорить, то, возможно, никто никогда и не дойдет до этого сам. А у нас уже есть, в принципе, готовая модель. Вот. Первое. Вам нужны регулярные встречи раз в неделю или раз в две недели. Второе. Вам нужна повестка на эти встречи. У вас должен быть четкий план того, что вы хотите обсудить и какие выводы из этого сделать. Третье. Ведите протокол. Обязательно ведите протокол. На каждое принятое решение записывайте исполнителя. Если у вас нет исполнителя, это никто не будет делать никто. Тогда у вас ничего не выйдет. Четвертое. Вам нужно организовать не только личную коммуникацию в реальной жизни, но и веб-коммуникацию. Поэтому воспользуйтесь каким-нибудь из удобных кодекских мессенджеров, например, таких как Slack или Trello. Удобнее всего Slack, потому что это фактически мессенджер с кастомизируемыми каналами. Вы создаете там несколько чатов, где обсуждаете различные ипостаси вашего проекта. Туда же вы выкидываете протоколы, там же вы записываете даты собрания, все люди получают уведомления, и там же можно обсуждать какие-то моменты, которые поступают по ходу, собственно, производства вашего медиа. Планируйте свою неделю, ведите ежедневник, или блокнот, или Google календарь, или какой-то другой планер, и ведите там ход всех важных встреч, важных дел, которые должны делать. Зачеркивать дела – это очень прикольно, и это помогает структурировать жизнь. Очень важно не воспринимать то, что вы делаете, как какую-то работу, как что-то, что вы должны делать, и за что вы должны получить деньги. Вообще не ждите, что у вас что-то, как сказать, что это будет rewarding, что это принесет вам какую-то прибыль. Вы должны получать кайф от самого процесса. Вот, например, Настя получает кайф от того, что нас записывает настолько кайфово, что она даже ушла от камеры. Мы как два дебила стоим и с той камерой разговариваем. Это как будто такой вебкам, но для псевдоинтеллектуалов. Вот, два мужика в очках рассказывают. Привет, это мой СМР, делаем СМР радио за полчаса. Да, вот, то, что очень хотел бы сказать. О чем, собственно, делать Small Media? О чем угодно и как угодно. На самом деле, какой-то общей формулы для этого нет, но, в принципе, мне кажется, мысль, с которой можно что-то придумать, это то, что все Small Media как-то ворочают нарратив, как-то выкручивают мысль, которую вам не нравится, как подают ее другие. Да, телеграм-канал про виолончели, где просто копипаст новостей с новостных агрегаторов, но при этом каждое фигурирующее лицо в этой новости имеет маленькую такую сводку в комментарии, кто это вообще такой и где он еще светился, что плохого сделал. И за что был судим. Да, и за что был судим, что плохого сделал, за что был, например, не судим, а все хотели, чтобы был. Вот, и сколько там читателей? Не, побольше. Побольше уже, то есть, типа, люди читают, людям нравится, как, не знаю, обычная сухая новость, написанная этой забитившей перевернутой пирамидкой, придает вот такую живость в виде маленьких биографических справок. Вот. Как научиться писать? Вы можете почитать пару-тройку учебников. Я предлагаю практическую журналистику Александра Колесниченко и книгу «Акула интервью». Но в целом вас никто не научит писать. Просто читайте, запоминайте, как написано, просто скрывайте текст, который вы видите, который вам нравится, делите его, разрисовывайте, выделяйте цветом то, что вам нравится, пытайтесь понять, какие приемы использует автор, копируйте, подражайте, это не страшно, журналистика – это вторичный жанр, звезд журналистики не бывает. Простите, коллеги. Вот.
Что еще? Много читаете? Для того, чтобы обосновать... И не только журналистский текст, да. Пожалуйста. Для того, чтобы обосновать всю ту, которой вы занимаетесь, вам достаточно прочитать пару книг Маршала Маклюина. После этого вы будете говорить, что медиа – это все, включая колесо. Я про колесо, которое изобрели достаточно давно, не то, которое недавно. Ну и то, которое недавно, тоже, да, кстати, очень классное медиа. Об этом, кстати, тоже можно почитать. Да. Да, и, собственно, от колес, переходя к что, вопросу, о чем вообще можно писать, ну, мы пошли от противного и начали писать о том, о чем не пишут. Сейчас ситуация немного выровнялась, и все немного так подборзели, в хорошем смысле, и стали вкладывать ну, ранее табуированные темы. Но при этом то, о чем молчат, вот все еще... просто. И более того, иногда есть темы, на которые говорят, но говорят очень глупо, очень плоско, очень умерно. Вот. Попробуйте создать видео про любительский футбол, или про насилие в школах, да. Или про комиксы. У нас есть видео про комиксы? Комикс про комиксы? Ну да, комикс про комиксы есть, собственно, самый крутой комикс, который я читал. Пишите рецензии. Снимайте кружочки в Телеграме. Даже Инстаграм может быть площадкой для вашего контента. Да. Все что угодно. Вам не нужен сайт. Да, кстати, это очень такой. Вам нужен смартфон. Если у вас нет смартфона, вы, наверное, это видео не посмотрите. Но нет, может посмотрите. Но без смартфона тяжко, конечно. Нужен хотя бы какой-то дешевый телефон с доступом в интернет, с помощью которого могли бы все публиковать. Да? Хороший твиттер может войти. Собственно, когда нас задерживали в Минске, первые 30 минут всего этого карнавала основной источник информации был враг тех людей, которые видели, как нас ведут к милицейскому бобику. И каждый человек описывал это как-то по-разному, и каждый работал как своеобразный медиум, но каждый делал вот такое вот 7-минутное медиа. И это очень доказано, что любой человек, который работает смартфоном или любой техникой с доступом в интернет, может сделать что-то больше. Конечно. Медиа — это расширение человека, и человек, современный человек, выходящий на улицу с телефоном, это социальные стихии, журналисты. Сейчас большинство контента, срочного контента, не обработанного, так-то. Контент, возможно, контент, который вызывает у нас множество вопросов, так мы не понимаем, что это, и не получаем нормального анализа и трактовки, но тем не менее, производитель самый частый срочного контента – это обычный человек, это обыватель или обывательница. Вот, пожалуй, это важно. Важно помнить. Поэтому никаких преград уже у вас нет. Если у вас есть свой смартфон, у вас есть медиа. А дальше вы должны превратиться в человека, который распространяет информацию о своем медиа. Расскажите об этом всем. С***йте своих друзей. Заставьте их работать с вами. Или хотя бы заставьте их вас читать. Делайте сервис. Вот. Банду. Если вам нравится такой текст. И, возможно, когда у вас останутся тяжелые времена, ваша банда поможет вам. Ну или... Или вас репрессируют. Да, всех вместе. Вот. Ну... Как-то так.